Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на видеообзоры от Павлита. Сегодня у нас интересный гость. Это каремат военный полевой от известного производителя тактического снаряжения в Украине P1G-TAC. Давайте познакомимся с ним поближе. Что он из себя представляет? Это изделие из 600-й картуры. Сделано для того, чтобы облегчить данный коврик, поэтому он только кажется таким большим и громоздким, на самом деле он очень легкий. У коврика инструктивно присутствуют ремни, благодаря которым он держится в сложенном состоянии. Объем ремней можно регулировать, чтобы лишние концы не свисали. Они крепятся на текстильную застежку типа липучка. Фурнитура использована от известного производителя ЮКК. Это значит, что она будет работать как в холод, так и в тепло. И с ней ничего не случится. Видите, что сам каремат изготовлен гармошкой. И в разложенном состоянии позволит своему пользователю использовать его различными методами. Как подстилку под спальный мешок, как снайперское или стрелковое место. Как просто сидушку в сложенном состоянии и окажется полезным как в лодке, в машине, так и, в общем-то, дома, чтобы его использовать в качестве пикников, потому что вещь достаточно надежная и прочная, и при этом, как я уже сказал, легкая. Материалы, как я сказал, использованы в данном изделии. Это 600-я кордура, современный и прочный материал, который не боится камней и очень устойчив к истиранию. Внутри коврика находится вспененный термоизолирующий материал, благодаря которому пользователь не замерз. Это очень удобно, как в холодную погоду, так и в теплую, потому что кроме термоизоляционных функций, данный каремат смягчит вам, доставит удобство и смягчит камни, ветки, что может быть под низом, под этим карематом. В целом, изделие очень качественное, легкое, надежное. Прослужит долго и при большой цене может дать конкуренцию многим ижевским пенкам, которые через 2-3 использования на камнях приходят в полную негодность. Более детально на данном изделии я остановлюсь в своем обзоре. Читайте мой блог, подписывайтесь на видеоканал и оставайтесь с нами. До новых встреч и всего вам доброго!